Всем привет. Мы продолжаем проходить Metroid Dread. Значит, надо мне вот сюда по сюжету взять какую-то сферу с предметом. Но давай мы здесь вот сбегаем еще, посмотрим какие-то участки интересные, не открытые. Ну, полетели что. Тихо. Так, в какую сторону? Отсюда по карте. Так, мне наверх. Мне наверх надо. Давненько не играл, немного подзабыл управление. Я выбрался. Так, окей, отсюда мы. Ага. По идее бы надо было мне вниз пройти, но тут вроде никак. Так, ладно. Отсюда мы идем сюда. Как там у нас это? О. Отмечаем цели. Я забыл, как этой пушкой. Ее только дали на прошлом, в конце прошлого стрима. О. Я еще не это. Забыл, короче, как пользоваться адекватной. Бывает. Так, ракет мне не дали, окей. Отсюда куда мы идем? Ну, наверх. Можно, в принципе, вот тут посмотреть, что есть. Хотя нет. Тут у нас типа реактора какого-то или что-то в этом роде, но туда не добраться. Поэтому мы пойдем. Да, тут без разницы, в принципе. Ну, давай вот так вот, по прямой. Так, ребятушки, ну не до вас как. Очень печально, что их тут двое. Слушай, а их можно как-то пропустить, вот чтобы прям с ними не бодаться? Или все, у нас двери закрыты. Да. По идее, с этого зала должен быть выход какой-то. Что-то как-то не очень бы хотелось с ними двумя сразу же бодаться. Повыскакиваем. Кошатики. Но их на мужика не получится. Сейчас будем закреплять. Да, двери заблочены тут же.
Падла, а чё вы такие жесткие-то, а? Еще и вдвоем. Сразу Терминатор на Дэнди вспомнился. Ну, она же NES. Ой, Терминатор, Робокоп. Робокоп 3. Только с одним-то было непросто, а тут еще и двое. Просто жесть какая-то творится. Ладно, хоть арена большая. Надо скакать просто как Сайгак и очень четко попадать мне. Прям сносить по чуть-чуть каждого. Вот этот сучонок поймал так. Ну второго мне точно тут не хватало. Бля, ну и жесть. Не полечиться, ничего. Сложно. Ну, по-любому, мимо них точно надо проходить. Ну, в смысле, они обязательны. Контролить ситуацию надо вообще с двух сторон просто. Да, блядь, они прыг-скок, прыг-скок, в разные стороны, а? Пиздец, они задевают даже через текстуры. Жесть какая.
Да, блядь, не успевать. Не успеваешь просто. Контролить этих обоих ребят. Сучонок попал все равно. Они тебя просто добивают в углу. Блин, что-то же можно придумать. Тут же на урон. Да, блядь. Подожди. Какая-то каша просто творится. Как-то же можно их спарировать. Ту-ру-рун. Ну да, ход-то только один тут, как ни крути. Только после их убийства я смогу сюда попасть. Ты пытаешься уклониться от одного, второй лупит. Скорее их задеваешь больше, чем они в тебя попадают какими-то там ударами своими. Убегаешь от одного, прыгаешь прямо под второго. Тут же он стреляет. Ну, какая-то жопа творится просто. Ну, быстрее залезай. Да, ну вроде есть какая-то тактика. Минус один, хорошо. Мистер, вы не хотите ли немножко подохнуть? Я у него уже урона столько влил. По-моему, в серого не так попало. Все, наконец-то.
О, непростые ребятки, это точно. Охраняемся. Прям экшен-экшен. Ладно. Завалили, слава богу. Я уже привык стрелять этим ракетами. А чё она? Нет, она жива еще. Так, и отсюда. Ощущение, что я тут попадал сюда только через низ. Ой, через верх. Ладно, я еще попробую попрыгать. Вот, получается же. Да, это можно сделать. Так, ой, ой, все. Так, вот это чик-чик-чик-чик-чик. Блин. Получаем цель. Прикольная пушка, мне нравится. И мы берем. Что это такое с рожками? Получен пространственный прыжок. Так, и как он действует? Позволяет Самус многократно прыгать во время сальто. Хорошо. Но, наверное, это не под водой считается. Как там у нас? Да, я уже забыл. Как луч-то доставать? О. А вот туда ли мне надо? Вот в чем вопрос. Я думаю, что пока нет. Под водой что-то она не очень активно прыгает. Пошли назад. Как там? А. Угу. Ну тут ломать нечего. Эй, а почему тут закрыто? То есть они меня прям заставляют, чтобы я туда шел, да? Дверь закупорили. Опа, а вот и проход. А ну-ка давай. И все, и не попасть. Что-то не очень, ваш прыжок-то помогает. Вот и не зацепиться никак. Вон тут проход есть. На, и проверяем.
доступ закрыт. Так, а здесь-то тоже не факт, что он есть. Ну и как они предлагают выйти отсюда? Эй, ты чучело. Подожди, а может быть здесь вот? Да, и тут проходов никаких. Как быть-то? Прыгать я на такую длину не могу. Под водой к тому же. Что делать? Ну, все раз два. Оп-оп-оп. Вот какая-то штука работает. Подожди. Главное войти в ритм. Так, ладно. Чтобы не свалиться, не будем рисковать. О, как. Вот оно чё. Стой. А может быть мне вот сюда вообще надо? Сейчас мы в жопу настреляем. Где он? Слушай, а может быть и тут проверить? Блин, вот с этой способностью очень хочется все проверять. Все вот эти возможные ходы. Так. Эту метку можно удалить. Здесь сделано. Короче, мне вот сюда походу надо. Я вот не помню. Получаю ли я... Блин, я получаю урон. Давай. Получаю урон. Быстро пролететь. Тогда и вот здесь прыгать опять придется. Стой, давай-ка сохранимся. Чё-то я не доверяю этому делу. Да иди ты. Чё-то я не доверяю тому, то что я смогу пробежать через... холодные эти комнаты. Прикольный прыжок. А куда дальше-то? Я понял. Так, на самый верх и потом прыгать.
Постой, а может быть... Коваран? Может мне туда вообще? Дайрон? По идее, бурению бы надо. Вот я о чем. Чтоб по таким комнатам бегать. Давай, наверное, в Хаваран. Сдается мне туда просто не пройти, я не успею. Стой, не туда. Фух, хоть комната не закрылась. Давайте, выпускайте меня вот. По-моему, отсюда мы сможем попасть в бурение. Ну да. Вот с Хавараном мне в бурение. Бурение там костюм. Я туда давно уже планировал идти. Бурение там костюм, который позволяет под водой бегать. Чтоб туда попасть, в принципе, все способности есть. Костюм, причем не только под водой позволяет бегать, но еще и холод переносить. Так, давай определимся. Мне в самый низ топать. Так, во-первых, способности-то тоже появились, проходов, значит, куча открылась. А что, сюда никак больше? Вниз не получается, да? Вот вы сволочи какие, а. Это только как-то... Как-то через низ. Ладно. Просто пойдем. Я знаю, что мне вниз. А куда? Пока непонятно. Тут бы, конечно, четко знать, куда бежать. И тупик. Зашибись вообще. Ладно, хоть способность такая есть, которая позволяет тебе... Подожди, а как тогда отсюда выбраться? Да отвалите. Эй, а чё ты не прыгаешь? Подожди. Вот. Я говорю, главное в ритм войти. Подожди. Там не аж... Через весь верх проходишься. Не понимаю. Ладно. Блин, ну как бы эту ракету взять?
не знаю. Возможно, там вообще снизу надо пропадать. Блин, надеюсь, я правильно иду. Есть еще у нас тут какие-то... Других блоков нет. Только через верх идти. Погоди-ка. Ошибись, я тут тупик. Ладно, хоть так. Бля, так и тут тупик. Чё вы все закольцованы-то? Какой-то другой проход есть. Ну-ка, стой. Там через низ только попасть можно. Вот мне бы сюда. Подожди. Вот тут проход. А отсюда сразу выход. А, бля. Что за геморрой-то? Как-то же вот сюда-то можно перебраться. Или портал зеленый. Куда он идет, не знаю. Здесь вообще все закрыто. Так, отсюда ты проходишь вот сюда, потом идешь в чик-чик. Все, тупиковая комната. А если поднимаешься наверх? Хлоп, и все. Может, я этот проход пропустил? Давай попробуем вернуться. Я забыл там. Там есть какой-то проход или нет? По-моему, он там есть, но там сломанные кубики. Я не помню. Такой даль перед. Так, отсюда вот сюда. Потом вот так. Здесь показывает, что есть секрет. Бля, ну тут-то комната заблокирована. Да, не буду.
блоков не разбить, ничего. Значит, надо выходить отсюда. Что делать? Значит, мне не сюда пока. Ну, вот с этой комнаты точно в эту не попасть. Здесь они не связаны. Вот это был единственный проход. Как-то я не по сценарию иду. Ладно, давай вернемся. Может быть, действительно мне надо через ледяную комнату пробежать. Вдруг это вот непонятно, это испытание или что? Или вот вообще не надо туда. По логике вещей. Либо вот сюда надо спуститься, но не знаю зачем. Либо вот сюда пытаться пробиться. Чтобы убить Эми, вот он, глаз этот летающий. Что-то где-то вошло не так. Так, отсюда мы куда сможем попасть? По идее вниз. Только сильно лупит. Так, а ну стой. Может быть, отсюда куда-то наверх попробовать попасть? Блин, да отвалить его. Тут я этот шарик явно не подорву. Там надо прыгать, получается, в полете сгруппироваться в шарик и потом подорвать эту штуку. Да ну, это нереально. Ладно, давай через комнату сохранений. Пробуем опять пробежать через лед. Не знаю, получится ли. Главное, сохранение есть. Как-то так вот. Быстрей. Еще быстрей. Нет, не успевает. Не сюда надо. Не должна игра так мучить. Надо куда-то в другое место идти. Так, ладно. Давай мы попробуем отсюда топать вот сюда вниз прям. Не знаю зачем, просто посмотреть. Можно еще сюда попробовать ломануть. А вдруг?
Ладно, пока прямо. Сэмми-то тоже лишний раз не хочется бегать. Так, это у нас здоровье вроде, да? Так, четко нужно определиться. Давай попробуем пробежать вниз. Возле двери меня должны сохранить. И она сразу внизу, да, оказывается. А вот надо ли мне туда? Попробуем так. Блять, я прям на нее приземлился. Бля, ты получаешь урон. А идите вы нахуй. Короче, надо, чтобы тебя еще и мелкие не задели. Давай так попробуем. Ну какого хрена ты меня таранить это все? Ты спрятался. Да. Может быть, мне не вниз. Ну, давай попробуем вперед просто пробежать. Давай, бежимте, бежимте. Сейчас вроде чуть-чуть на 2 секунды подольше пожил, но не знаю, не знаю, туда ли мне надо. Я в домике. Это падла прям рядом где-то. Я же пробивал этот проход, я его помню. Какой-то вообще беспредел просто с этими Эмми. Вот опять же большой вопрос, куда надо идти. И верно ли я иду? Вниз не пускает. Все время надо попробовать наверх. Тут закрыто, а вот тут что? А, по идее.
Как они под водой медленно. Блин, ну это жесть какая-то же. Так она прыгает. Вот это единственное, что меня интересует. И можно ли оттуда выбраться? Или пробраться? Вот какой-то клапан. Клапан зоны. Они не дают рассмотреть. Блять, она гораздо быстрее меня, это понятное дело. У тебя вроде как большая открытая карта, но тебе не дают толком по ней бегать. Ты допустим, доходишь вот сюда, съездил в Хаваран. Хлоп, ты по всем участкам закрыт. Ты не можешь пройти дальше. У тебя нет свободы выбора, как бы. У тебя есть определенный путь в лабиринте. Вот этот путь должен найти. Вот как бы раз проход. Два возможно проход. Три возможно проход. И какой из них этот путь выбрать? Какой из них будет верный? Все они, как бы, можно, если постараться, позакреплять. Каждый проход можно осуществить, можно сделать. Но какой из них верный? И какой именно тренировать? Ну чем, проблема. Это падла тоже тебя палит и все. Стой. Да пусть. Сейчас попробуем через низ пройти. Вроде как наверху, как я изначально пытался бежать, вроде ходов нет. Да ёб, ты серьезно? Она же меня даже не видела. Она меня даже не запалила, но летит с такой скоростью, как будто она меня видела. Просто шансов не дает. Тебя ударяет один. Тут же ты палишься. Лупит второй. И все, 2 секунды она возле тебя. Да какое, секунда? Она меня уже спалила, по сути. И опять вниз ушла. Давай, вали уже.
какой из них ходов этих верный? Обратно назад вернуться? Вряд ли получится. Тренировать на проход справа? Тоже сомневаюсь. Но возможно. По-моему, сейчас был вариант пробежать в дверь, там на секунду она какую-то открывалась. Она их убивает. Эти дверь заблочили. Ну серьезно. Там вроде проход хотя бы не пробить. Этот вот я проверил. А что мне даст это, если я туда пройду? Вот сюда. Как ни крути, все равно, если ты бежишь в любой серой зоне, она будет рядом с тобой. Вот ты, допустим, сюда, и она здесь. Это не проход. Это вроде место там, где она бегает. Понятно. Ну, я хотя бы возле этой двери окажусь. Блин, ну вопрос, куда теперь тогда? Это ее проход. Мне там нечего делать. Здесь тоже, наверное. В обход сюда пройдешь, дверь заблокируется, и все, и у тебя вообще выходов нет. Ну давай попробую я, конечно. Да иди ты в жопу. Если мне дали какой-то большой прыжок, значит логично им надо воспользоваться. Только где? Быстрей! Завали ты! Да чё она такая быстрая?
Может, это вот так надо сделать, как у меня сейчас получилось? Двойной прыжок тут не работает. И она прям за дверью стоит, ждет, пока я из инвиза выйду. И тут она постоит. А теперь вот тут. Она прям будет крутиться возле тебя. Падла. Ты в одну сторону, она за тобой. Хотя ты в инвизе, она тебя не должна видеть, слышать и так далее. Что-то бредятина какая-то вообще. Она четко, четко. А, да. Просто по кругу пробежал и все. В чем смысл? А, я просто наугад уже бегу. Даже идей никаких. Что они от меня хотят? Ну да, естественно. Вот допустим, у меня есть способность прыгать на большие расстояния, кувыркаться. Здесь не пройти, там тоже ховара не тупик. Либо через морозилку бежать. Я не знаю, давай через морозилку пробуем. Тоже еще та чушь, конечно, но... Так, ребята, ебитесь. Тут же каждый еще тебя хочет задеть, все нормально. Ну давай. Пиздец она же, блядь. Ушла.
Да, блядь. Как вы заебали. Падла сраная, ты сдохнешь, нет? Просто забирает у тебя все здоровье один моб. Запросто. Вот это такой же. Ну вот тут тупик, да. Вопрос, конечно, тоже на миллион. Через морозилку бежать или куда? По идее, вот ими. Вот глаз, который нужно захерачить. Ими и тут будет ползать, это по-любому. Пройти к этому глазу можно только двумя путями. Либо через мороз. А тут вообще ты не пройдешь. Хорошо. Костюм морозный. Мы можем взять только в Бурении. Через Хаваран не пойти. Поперли тачи из Дайрона, что делать? Пошел ты нахуй. Стой, а тут же. Это мелочи. Что нахер? 50-го раза все убивают. Слушай, вот тут какой-то телепорт есть. Ну-ка, ну-ка. Я ж тебя парировал. Так, где тут проход? Выше, да, чуть-чуть? Давай. И хера. Тут нужно другое оружие. Бля, и тут морозилка. Там Эми ползает. Я знаю, давай отсюда хотя бы попробую тут просто упасть. Может, какой-то проход будет. Либо сломя голову просто нестись. Да, вариантов немного. Ну, а это по кругу я пошел. Так, пизда мне, короче. Максимум сейчас уйти в инвиз. В надежде, что она тебя не догонит. Ну да, она догонит, естественно. Без понятия, что-то, что они от меня хотят.
сюда не пройти. И сюда тоже не пройти. Мне надо вниз. Блин, ну давай через холод побежим, через мороз. А что делать? Тупик. Поздравляем, бы. Ну, тут весь пол такой. И все. Хотя погоди, там вроде что-то еще было. Какой-то вроде небольшой проходик, там что-то мне показалось. Вот это у нас. А, ладно, давай перекур, сейчас я подойду. We'll be right back.
вообще ходов не вижу просто. Просто успел закрыть ход. И остальные понабежали. Дайте пройти так. Так, ну для начала хотя бы жизни восстановим. Вот тут, вот сюда. Так. Вот, допустим, я до сюда дошел. Взял способность эту. Пойдем Хаваран обратно. Вдруг я там что-то пропустил. Подожди. Достал. Куда-то улетела эта штука. Ладно. Ну да, откуда тут проходы, в принципе. Пробуем вернуться назад в Хаваран. Может быть, какой-то там я проход пропустил. Блин, ну не может же быть такого, что прям тупик. Они меня куда-то ведут. Не только куда. Наверх или вниз? Тут тоже тупик.
Да, так и здесь тупик тоже. Ладно, хрен бы с ней, давай куда-нибудь телепортнемся. Вот она, наконец-то. Нашел я проход. Вот куда они меня все это время вели. Как раз куда надо, к бурению. Там и костюм, там и под водой бегать. Понял, принял. Издеватели. Самые натуральные. Угу. Так, отсюда. Давай мы в эту сторону попробуем пойти. Я уже и дверь открыл. А чё, вообще не вариант, что ли? Такого быть не может. Теперь надо очень чётенько залететь вот в этот проход. И желательно сверху получается. Чё выше? Бля, оно должно получиться. Как быть-то, ну, в самую важную комнату не попасть? Вот не хочет оно отталкиваться. Она все равно падает. Она падает все равно в прыжке. Бля, а еще выше можно так на уровень? Главное ритм поймать.
Ой, ну Дота, а. Наконец. Фу, я добрался. Слава богу. Ну, тут пополнять нечего. Поближе к Титану. То есть прям там можно было это разбить, да? Ну-ка давай попробуем. Глядишь, может до ракеты доберусь. А вот и ракета. Вот она что. Откуда вы беретесь-то? Я только что целую пачку развалил. Так, проверяем. А нет, вроде блоков никаких. Дальше. Слишком низко. Угу. Ну подожди, а могу ли я? Нет, уже не смогу. Хотя подожди. Вот так он зацепит, нет? Ладно, мы, может быть, отсюда вернемся потом. Угу. Очень интересно. Подожди, а как туда с этой комнаты вообще выйти? Ну, как вот так, да? Проверяем. Наверх можно? Нет. Наверх никак. Так, можно и туда, и сюда. Тут комната сохранения по-любому. Тупиковая. Сохраняемся. Причем, если пройти направо, там можно что-то разбить. И, видимо, в полете. Что-то делать. Ты что, еще не сдохла? Так. Так, проход есть. А, теперь вот отсюда надо вот вытянуть эту штуку. Чик. Бурьбой тут на меня напали. Все, нормально, разобрался. Смотрим блоки. Нет.
Ладно, пускай он там себе превращается во что хочет. Оп, 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 оп. Бля, подожди. Раз, два, три, четыре, пять. Все. Танк мой, да? Ха. Тоже не так просто. Сейчас сделаем. Надо просто это все очень быстро делать. О, наконец-то. Ух. А нет, и так, я и так залез. Нормально. Но взяв костюм, наверняка я смогу вот эти вот еще и блоки разбивать. Бля, какой большой. Он подох? Ну да. Подожди. Стой. Прохода два. Угу. Можно еще туда забраться как-то. О. Верно ли я иду? Надо, по идее. Ладно, давай, если что, мы сюда еще вернемся. Сейчас я проверю там проход вообще. Все понятно. Там это бомбой надо решать. Это как секрет горит. Проверяем, может быть, тут какой-то есть? Нет. Так, отчаянно прыгаем. Ну, тут чуть-чуть-то не зацепляется.
Почти. О, неужели? Подожди. Этого мы тоже убиваем. На всякий случай. Максимальный боезапас. Стой, я хочу еще проверить на наличие. Так, а эта жижа летает? Она же превращается в разных монстров. Это очень похоже на фильм «Нечто» Карпентера. Инвиз нужен. Надо же, что вспомнили. Сколько тут нечисти. И по кругу, да? А зачем? Почему меня так ведут? Ай-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Угу. Скачи, короче говоря. Скачи прям вот до самого края. Прям до самого края, только сверху надо прыгать. Очень плохо она под водой цепляется. Давай. Главное поймать ритм. Нет. Отсюда сюда. Погодь. Что-то поломал. Ну-ка, отдай. Еще раз надо взорвать. Вот. Стой, а теперь тянем. Вообще все испортил. Но уровень воды ниже не стал. Я дырку проломил. Ну точно. Поло, что мне это дает? Ёпта, дайте куда-нибудь пройти-то. Не может же быть тут безвыходная ситуация. Ага. Вот и нашелся проход. Стой, а вот этот блок у нас что? Тоже сам. Я не удивлен. Костюм. Скажите, что костюм. Да, это костюм. Ура! Наконец-то! Наконец-то я смогу под водой нормально бегать. С молнией блоки взрывать, и холод не страшен. Гравий-костюм. Давай, прочитаем про него. Значительно уменьшает получаемый от врагов урон и защищает самус от сильного холода и лавы. И лавы, кстати. Я думал, плава тут нет.
Оказывается, ее лава тоже, а также позволяет свободно перемещаться в воде. Кроме этого, грамми костюм немного увеличивает урона контрудара в движении. Подожди, а с молниями тогда? Я хоть нормально бегать начал. Сейчас просто прыг, скок в разные стороны. Ба-ба-ба-бам, мне наверх. Теперь полный карт-бланш почти в этой, на этой территории. Тихо, подожди. На, быстро. Как она быстро? Да, твою мать. Это же можно как-то получить, правильно? Вот. Проверим, кстати, теорию по поводу... Спасибо, капитан Очевидность. То же самое мне повторил. Нет, эта штука не разбивает в полете эти блоки. Ну да ладно. Для этого, видимо, какая-то еще способность нужна. Вот это вот что у нас? Да, вот, я мог бы это тут проверить. Так. Оп. Оп. Ну и ладно. Это телепорт. Самое начало. Я даже знаю, там пару комнат, которые у нас с этим холодильником. Сейчас меня, наверное, по всей игре протащат. Ну, глядишь, может, часов за 20 пройду. Писали, рассчитано на 10 часов. Помогает мне взять способность, которая позволит мне да. Это и так тоже не работает. Ладно, ракета. В принципе, чем больше я ракет соберу, да, причем вот эту способность я должен буду тут взять. Чем больше я ракет соберу, тем лучше.
проще будет даваться мне финальный босс. Я такой заморожен. Воды нету. Ну, вода мне, в принципе, сейчас и не страшна. Вроде ничего не пропустил. О, там что-то есть. А как туда попасть? Не ракетами явно. Хотя вот тут у нас что? Понятно. Стой. Вот так. Давай. Я думаю, ему по щиту-то смысла нет долбить, да? У меня наверняка сотня ракет-то. Нет, слушай. По щиту надо стрелять. Сотня ракет мне явно хватит. Давай. Плюется еще. Падла. Ни хрена он сносит. Я думал, он чуть попроще. Ладно, тогда быстро напихиваем ему в щит. Добиваем. Потом надо смотреть, как у него, как он себя поведет. Первая фаза ни о чем. Он медленный. Посмотрим. Посмотрим на его поведение, как он себя будет вот в этом состоянии вести. Пока здоровье позволяет. Так. Не успел. Бля, рано. Теперь рано. Ну понятно. Тут чисто зависит от того, как успеешь спарировать. Так-то бой несложно. Ну типа, повезет, вовремя прожмет. А теперь он на стенку не полез. Надо было не стрелять в него плазмой, я случайно.
Надо как можно быстрее ему написать. Поведение меняется. Просто пока он на стенке висит, надо как можно быстрее ему нахерачить, чтобы он не стал плеваться. Ну точнее, чтобы... Он не успел у тебя такое большое количество жизни снять, пока ты его лупишь. Короче, на мужика. У кого больше жизни. Интересно, а что-то за него дадут? Может быть, те самые... эти, как же там, ну чтобы блоки взрывать с молнией. Ничего, сейчас сделаем. Больше в этой игре пугает, когда идти не знаешь куда. Когда есть очевидный босс, то норм. Посмотрим, может быть, как-то от его этой, вот этой вот нефти черной можно уворачиваться, либо байтить его от атаки определенные. Думал, плюнет. Все бы побыстрее было, если бы я с Эми сегодня не возился. Не думал 10 тысяч лет куда идти. Бля. Там чуть-чуть, вот прям чувствуется, что ему чуть-чуть не дострелять не хватает. Ну и потом только на парирование наловить. Тут уж тоже как повезет.
Благо, что ракет хватает. Вот он тут же. Драка по-другому пошла. Ладно, давай передышку возьмем, педикур сейчас я подойду. Заточится. Задел парня, а? Падла. Ну, когда во вторую фазу переходит, что-то паника какая-то начинается.
Давай, слезай. Ай, блядь. Давай, парирование. Блядь, не вовремя. Тороплюсь. Вроде с прыжком можно попасть, пока он на стенке висит. По сути, весь бой решает, ну, как ты спарируешь. Секунда. Но все равно полез на стенку. Блядь, ну как он задел-то? Машет свои грабли еще. Давай на мужика попробуем. Опять поторопился. Чё-то сегодня парирование не идет. Ну давай тут на мужика добьем его. Наконец-то. Ух, готово. Подожди, а мне за него ничего не дали? Что надо?
Что такое? Ой, а прикола. Угу. А давай наверх поднимемся. Выдергивал. Так. Отсюда давай наверх. Ракеты берем. Замечательно. И тупик. Проверяем. Ну да. Сколько можно это дергать? Ладно, я хоть ракету взял. Так, так, так. Угу. Сюда, вот сюда можно попасть как-то снизу, и причем это бежать надо будет с разбега вот сюда и вот так вот скакать. Да. По-другому не получится. Ладно, просто топаем вниз. Вообще, я думал то, что мне этот дадут способность другую. Ну ладно. Так. Этого надо мистера завалить. Он даже меня не видит. Давай так. Что ж, падла, а? Они такие вредные. Так, у нас вот здесь какой-то есть проход. Понятно. Хочешь поверху, хочешь по низу, да, идти? Тут тоже большой вопрос. А он и заморожен. Так значит, ходов тогда один. Полечим. Ни разу, кстати, по-моему, эти... А нет, убивал эти. Так, теперь. Прямо мне особо это тоже ничего не даст.
Куда они меня тогда ведут? Кто? Бля, хочешь так идти, хочешь так. Может попробовать здесь попрыгать наверх? А, и там задубевшая все. И тут тоже не пройти. Слушай, ну ходов тогда еще меньше, в разы просто. Давай сохраняемся. А там что, проход заморожен, что ли? Что надо? Я понял. Возвращайся сюда. Падение температуры помешало тебе исследовать эту область. Ну вот, хоть объяснили, куда идти. Надо идти в Катарис. А каким образом? Катарис. Вот туда мне надо топать. Так, может быть, хотя нет, без разницы, короче. Выбор невелик. Но начинается. Катарис, а там, наверное, мне подскажут, куда точнее. Давай-ка мы вот... О. Вот здесь какой-то должен быть лютый секрет. Еще. Вторую давайте мне. Где это падла? О, я добрался. Контейнер с ракетами. Замечательно. Ну и все, мне только наверх. Точно, здесь же раньше этот какой. Здесь же раньше все не замороженное было. А, и не пройти, смотри-ка. Погоди. Значит, вот так. И наверх. Бля, мозгоклюе. Давай туда отсюда мы спускаемся вот сюда. Ой, все. А, вот отсюда надо... Оп, да, ёпта. Ну, это будет непросто. Ну, сейчас большая часть времени и беготни будет построена на том, что... Давай сохранимся. То, что нельзя будет пройти, где-то какие-то ходы заморожены. А потом их размораживаешь, и дальше я не знаю. Дальше надо прям в самое начало вернуться. Этого уровня.
Все, отсюда мы в Катарис попадем. Слушай, пробежать, если по прямой. А, ну тут босс был. Да, тут Корпиус тусовался. А, мне наверх. В любом случае. Главное не пробежать этот момент. Да, даже вон эти панели с инвизом не работают. Пару мобов, кстати, новых появилось. Так, здесь у нас, ну, прямая дорога до Катарис. А, вот это вот я не помню, тут лава или что. Она тут все равно ход заморожен. Как ни крути, у тебя проход только один. Тут, походу. Давай. Подожди, а почему там дверь открылась? Не знаю. Давай. Вспомнить, как парировать. Эх. Ладно. Давай эту мелочевку раскидаем. Кабана не заметил. Тан-тан-тан. Здесь у нас тут все в огне было. Все, полетели в Катарис. А, потом мне, кстати, отметили даже, что мне надо взять. Здорово, когда на карте, на огромной карте просто, тебе отмечают точно, куда идти надо. Причем огромную карту я имею в виду даже просто по локациям. Локации просто здоровенные. Которых несколько. Сколько их тут? 6? 7? Где-то так. Ну и самое такое опасное, это пропустить какой-то сюжет, момент сюжета, и все, и ты потеряшка. Ну, я предполагаю, что вот эти вот участки, ну, у меня тут выбор, кстати, небольшой. Определенные участки будут закрыты и заморожены. Там какая-то падла сидит. Чахнет. Мы это дело должны исправить. Ладно. Стой. А как красиво разогнался. Тут, наверное, заморожена дверь, да. Тут все я взял. Ну давай, да, сохранимся. Но идти прям четко в определенную сторону. Да, у меня максималка.
Еще выше, что ли? Ну. А, тут босс у нас будет. Ну, надо. А где босс? Да, я думал, он другой, он прям в этой комнате, но нет. Давай попробуем сюда смотаться. Я еще, по-моему, в Катарисе не катался вот по таким вот узким. Вот как раз босс. Пушкой просто вылетел. А он вентиляторы все закупорил просто. Жиры свои. Сейчас растопим. Таких челиков я видел, но только маленьких. Я какой борзый. Но для начала я понял то, что ему надо в башку стрелять. Первое так понятно. Можно хоть так пройти, да, к нему? Ну, я думаю, так надежно. Я понял, что дальше по лапам стрелять, но... Что-то вот возле меня фиолетовое такое какое-то свечение появляется, и чего? А чё, уже? Противоположность
сторону, блядь, отбегать. На что он попадает. Чуть меньше я пожил. Как ему по лапам-то попасть? О, нифига, новый удар. Чё-то он и так, и сяк тебе. Можно лупить по лапам, но он как-то это недолго делает. Недолго держится этими лапами. И в то же время сразу же наводящиеся идут ракеты на тебя. Надо знать, куда вставать. Не успел я. Да как тут двора? Тут очень четко надо прыгать. Очень четко использую эту способность прыжка в прыжке, короче. Эй, на тебя же летели ракеты. Ты чё, падла? Ещё новый удар. Хидетака, ты ли это? Thank you.
Так, ну и что, я успел отбить, допустим. Это жесть какая-то. Вот это с хлопком вообще лютая атака. Когда он начинает на тебя волны вот эти гнать, интересно, это хоть какая-то фаза? Или так, временное помешательство? Он когда четырьмя руками упирается, по-моему, это мне ничего не дало. Он злючий какой, а? Да рад. Ладно. Когда три самое сложное. Да. Стенка из трех на тебя летит, это тебя же еще прибивает, надо вовремя еще эту штуку нажимать с прыжком. Чем тебе не Dark Souls, да? Забыл? Я забыл эту атаку. Все в противоположную сделал. Нет. Плохой трай. Ну, немного полечился. Да, блядь, чё вы все тройные-то идёте? Я хуй знает, как от этого говна нормально уворачиваться. Грызанул, блядь, зубом своим. Он же еще и так умеет. Там есть, конечно, такая миллисекунда в парировании, но... Это чисто случайность. Это примерно как Эми тоже парировать, пытаться то же самое. Thank you.
рандомно он плазму раскидывает. Сейчас я не понял даже, как урон получил. Ну это какая-то жопа вообще. Ты должен следить направление ракеты свое. Плюс еще вторым, третьим глазом, пятой чакрой, не знаю, пятой точкой чакры, короче. Еще наблюдать, как тебе за тобой этот еще шар летит, который тоже тебя дамажит. Что-то жесть какая-то. Надо смотреть, куда встаешь. Не успел. Да он, сука, тебя в первой фазе только лучом своим ебливым носит большую часть здоровья. Наверное, лучше не пытаться даже эти лапы сбивать, когда он ими упирается. На немного времени занимает. Вот прям, блядь, под луч и попал. Уёбок. Прям под подачу портанулся. Очень потный урод.
А вот как мне там оказаться в другой части комнаты, когда он, блядь, луч свой прерывает на секунду? Ближайшее место, куда ты можешь встать, это другой угол комнаты. Это они реально с этим боссом переборщили. Сука рваная. Вот так. Где окошко? Ты в любом случае попадаешь под его луч. А если нет, то встаешь на плазму. Ну, сейчас вроде нормально получилось. Точно. У нас же еще такие атаки есть. Но тут я не знаю, как уходить от этого. И все. По плазме тоже бегать тебе нельзя. А тут он оказывается просто в другом углу комнаты. А, он просто, блядь, получал своим полжизни, ой, точнее, всю жизнь не снес, да и все. Заебал. Как мне там можно было оказаться?
что? Сейчас опять непонятно, откуда урон. Да уже не важно. Отключение. Эта штука не работает никак. Теперь хлопок. От хлопка я даже не знаю, что-то пока как уходить. Надо вот этот двойной прыжок постоянно юзать. Но когда тебя к стенке притягивает, у тебя не получается его использовать. Не знаю почему, я сколько раз пытался. Нет. Смотри, эмулятор начал лагать. Или нет? А нет, вроде, отпустило. Сейчас я его перезапущу, эмулятор. Давно мне тут жить пару минут. Даже не полечил никак вообще. Понятно. Ладно, давай эмулятор перезапустим. Почему-то он начинает лагать через какое-то время. В принципе, там до босса недалеко бежать, так что норм. Ну и чё? Босс настолько шустрый, что за него эмулятор лагает.
50% только всех вещей собрал, кстати. Тут, наверное, и секреты и учитываются, и все остальное. Ну, типа, какой-нибудь предмет серьезный взял. Ну, там, способность. Плюс 5%. Ракету взял 1%. Ну, наверное, так считается. Так, но сохранялся я точно в Катарисе. Проверим. Отсюда. Да, все так. Подожди. А как тогда? Выше. Смотрим, что там у нас внизу. А, внизу никак по-любому не пройти. Только босс. А первый раз эту сцену не скипнуть, что ли? Тактика-то на него ясна, вот только он жесткий какой-то вообще. Я за ним не успеваю. Плюс он еще сносит, как этот, как сбитый воин просто. Под луч попал, урон. Под плазму попал, урон. Один раз лапой задел, минус 50. Даже важно, какой ногой ты там куда встанешь. Пошел. Это даже не убить. О, двойной прыжок. Он один раз сработал. Тут сейчас хлопок будет. Что будет интересно, если ты его спарируешь? Ну там какие-то миллисекунды просто.
Плюс еще, наверное, надо к нему удачно быть повернуты. Вчера не успел парировать. Обычно он мне 44 оставляет. Давай, хлопок. Ну тут так чисто тоже, как повезет. Нажимаешь на двойной прыжок, он хер срабатывает просто. Нет, этот товарищ что-то глаз начал дергаться. Ну когда-нибудь, блядь, мне повезет, и я его спарирую. Не знаю, это можно считать за вторую фазу? Тихо. Сука. Да у меня удар, блин. У меня еще бег не закончился, он меня лупит. Ну это какая-то жесть, вообще несправедливая. Местами ты просто на ровном месте урон получаешь. Что-то где-то попал, настрелял. Но сейчас все равно все заберут. В смысле, ты блядь, почему целишься? Что происходит?
Ну, тут чисто если повезет тебе прыгнуть, тогда у тебя получится. Нет, страдай. Вот почему она? Вот она прыгает один раз и все. Но не всегда. Не всегда получается двойной этот прыжок. Я понимаю, что это платформер, и тут надо точное, четкое прожатие кнопок. Будем закреплять, что могу сказать. Когда он успевает в меня попадать? Последние пару стримов какая-то жесть в игре творится просто. Это не босс, а... не босс, то одно сплошное закрепляло. Бляха, вот в замедленной съемке смотри, как он тебя, как тебе он урон наносит. О, а что не хлопки? Какая разница? Он тебе лучом сносит последнее. Слушай, а подожди, а если что? Ну вроде с ускорением я бегу. Может быть, мне дамаг наносят не штуки, которые я могу... Не могу перепрыгнуть. А может быть стенка? Сейчас почему нет было возможности парировать эту мразь? Так, проверяем.
Ну, ты почему не бежишь-то, блядь? Такая мразота. Блядь, она стоит, целится просто и все. А почему она целилась? Я не держал эту кнопку. Она просто стояла сейчас на месте и получала урон. Теперь нет этой штуки с парированием. Все нормально есть. Да, это меня не эти штуки задевают. И урон получает стены. Да перекурю. Продолжаем закреплять. На обе подачи нарвался. Thank you.
Идите, говорит, за противником, чтобы найти способ. Идите вы нахуй. Уже опять стенка. И ты издеваешься. Ну что ты дважды не парируешь, точнее, не телепортируешься. Надо же, я спарировал ее. Да, я даже не знаю, что лучше. Давай. Ну, быстрее беги, в чем дело-то? Блять, она просто не бежит иногда, и все. Начинает целиться. Происходит.
Какую-то некую кат-сцену я только что посмотрел. Ну ладно. Давай стенку свою сраную. Ну беги ты. Сразу сотню сносит. А что это интересно, только сцена-то такая была, когда я в него настреливал, там на голову залезал и все такое. Это из-за парирования по-любому. Какой-то новый способ ее убить. Получилось. Давай стенку. Как руки ломит просто. Тут вообще просто с этим боссом все кнопки реально задействованы. Не все способности, но все кнопки определенно. Прицел, ракеты. Парирование, прыжок. В этот момент я прям хорошенько ему напихиваю. Не получилось. Ну, быстрее беги, ну что ты? Опять стена? Я не жалею.
хули две стены подряд, естественно. Атакует рандомно это падла. Гадалки не ходи. Ну, очевидно. Вот сучара-то, а. Я подпрыгнул до потолка. Короче, трай можно считать успешным, если ты спарировал его. Если не спарировал, то все. Интересно, а если ты дважды парирование выиграешь, можно ей в морду нашмалять побольше? Ну, это, наверное, такая удача просто вообще. Ну, это такое же парирование миллисекундное, как у Эми. Это чисто повезет, нет. Ну, два раза получилось подряд. Да чтобы Самус на нее залезла и прям напердолила в морду ракет. Он просто 80 единиц энергии, как с куста, потому что на плазму встал дважды, просто одной ногой. Блять, теперь нельзя было спарировать. Давай! Давай, тетка! Опа! Надо же, я не всю жизнь просрал. Сейчас хлопок будет. А нет. Но есть шанс парировать. О, шмаляем. Тут мега активным пальцем. Бля, я думал, ей пизда пришла. Нет. Эта штука теперь много сносит. Хлопок, отлично. Короче, вся фишка этого босса в парировании. Опять стенка. Ну ты почему не бежишь-то? Да твою мать, ты почему не бежит она? Бля, вот это геморрой бесит вообще. Почему так? Иногда она просто упирается в стену и все. И тупит стоит.
Бля, ну по-любому этой мрази мало осталось. Я прям чувствую. Фу. Никаких катсцен не будет. Тут и Е-момента. Надо быть готовым ко всему. Да, наконец-то это дерьмо пройдено. А, я час с ней просидел просто. Жесть. Это сложный босс. Тут и парирование, и бег, и уворот, стрельба. Короче, все вместе. У меня просто пальцы заболели. Хули так схватил геймпад просто. Как идиот. Все, запустили мы катарсис этот ваш. Че надо? Я думаю, надо пойти сохранить. Та шляпа не работает. Давайте-ка мне, да, хпшечку. Всех дел. А, мне выше. Выше сохранение. Все, по идее, мне надо назад. Как они сказали, там... непройденные зоны, которые... Так-то можно и здесь побегать. Давай пробежимся. Мы тогда завтра уже в этот катарис пойдем. А, не катарис, я сейчас в катарис. А чё, никак? Подожди. Вот это вот сложная, конечно, тема. Не всегда вообще получается. А чё ты же открывалась? В чём дело? Нет. Только катарис. Ой, как там это? Первая, это самая локация называется, я уже не помню. Артария. Не туда. Даже эти товарищи ломаются без ракет теперь. Чудо чудное. Ну, огонь вам. Мне вас не страшно. Давай-ка с понтом пробежимся. Ага. Пробежался. Ту-ту-ту-ту. Можно так-то и сюда пройти. Давай хотя бы вниз бегать. В Артарии тогда правда лучше в другой раз сходить. А что это мне костюм дали, а я не это. А я его не использую. Во благо. Тут еще одна есть. Телепорташка. А куда она ведет? Это средство. Нет,
Но я на этот телепорт не пойду, потому что раз уж мне сказали Катарис, ой, блин, Артария, значит туда и надо. Потому что я сейчас потеряюсь, собьюсь и все. Коль по сюжету тащит в эту вот территорию, да, вот туда и надо, вот прям за этим шариком. Я не знаю, может быть даже получится за ним бегать еще. За 8 минут доберемся мы до другой конца участка локации. Попробуем, да? По-быстренькому, чик-чик. А, там все равно, кстати, нет. Тут надо более подробно исследовать. Шарик мне так просто не дадут. Наверное, через какого-нибудь или босса, или мини-босса только получится попасть. Поэтому мы сейчас сохраняемся. Я пойду пальцы лечить. Я это взял? Взял. А это? Тоже взял. Вот он мне. Что меня интересует? Сфера с предметом. Вот это нужно. По прямой тогда. До сохранения прям. Да. Давай посмотрим. Фронт работ, так сказать. Да, отсюда. Строго вниз. Можно, конечно, попробовать и вот здесь запрыгнуть. Чик-чик-чик в эту шахту. Наверх подняться. Ну вот единственная комната, которая... возможно. Нужна. Вообще сюда надо. Можно по низу типа идти. Можно поверх. Все-таки я думаю, вот эта сфера с предметом, она дает с молнией взрывчатку. А ими тут нету. Допрыгаю. Ой, да ты задолбала. Взял как бы, ладно. Будем считать, что секрет открыт. Как черепашка ниндзя. Так, вниз. Следующее сохранение.
чуть-чуть подсократил себе завтрашний путь. Чтобы потом не путаться, мы сразу эту сферу возьмем. И, наверное, через какие-то вот эти пути будем возвращаться. Возможно, в будение, а может быть и нет. Не знаю. Но, скорее всего, в бурению, потому что вот здесь вот последний блок разбивается только вот этими вот с молниями, взрывчаткой. Ладно. Об этом мы будем думать завтра. Будем на этом заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Все. Всем удачи и пока.